Привет. Ну, если когда вы проверяете, и вот такая система пошла. Но в принципе это ничего сложного нету и страшного. Ну, значит, у вас или вирусняк попал, например, как у меня, или система что-то, ну не то, но это надо просто проверить. Открываем компьютер, посмотрим, что там такое. Так, где он у нас находится? Лотс. Сейчас. Вот она. CBS. Вот она. Кстати, чтобы вот эта папка работала, здесь в основном, когда вы делаете вот такие, от администратора проверяете свою систему, здесь может быть ошибка передачи драйверов и программы, вот это у вас неактивно или что там не работает. Вот эта папка, вот она. Она должна стоять автоматически, автоматические загрузки. Это должно вот тут, сейчас я покажу, как ее включить. Без нее как бы компьютер очень плохо, ну короче, в темную просто-напросто работает. Без этой записи службы. Так, сейчас мы найдем автоматические, сейчас, а вот автономные файлы, вот они. Ну, видите, у меня есть все автоматически. То же самое ставить автоматически. И вот эти автономные файлы, они потом вот сюда вот полностью записываются. Так вот. Ну вот написано здесь. Вот, log. Flagom of. Ну, это. Log файлы. Так. Promote профессионал. У меня переводчик есть. Кстати, я вот сколько раз скидывал, чтобы вы его скачали. Ну, как я понял, что посмотрели, но вы не знаете, что такое, как им пользоваться, например. Да? Ну, ладно, бог с ним. Открываем, так вот, копируем, смотрим. Вставляем, переводим. Здесь более 90 языков. Новый замок добавил. Ну вот, пожалуйста. Заблокировано. Заблокировано. Заблокированы. Это значит, у вас система заблокировала что-то. И что-то не хочет работать. И не может исправить. Это может быть и антивирусник. Или антивирусник заблокировал. Но в принципе вам Windows в обновление не даст. Вам придется скачивать систему аналогичную вашей десятки или семерки. В принципе, ну, смотреть, у меня так, например, открывается. У каждого, у семерки там, ну, восьмерка тяжелая. Я что-то смотрел, с восьмеркой недавно ходил, что-то мне, ну, она меня вообще не понравилась, ерундовина какая-то, скомпактовано все, намешано там. Ну вот он, то же самое. Но смотреть здесь, какая у вас 64-я, и в принципе скачивать. Ну, в принципе, я ссылку могу скинуть потом. Ну, потом, если в описании будет, тогда скину. А так просто смысла нету. Вот этот у меня тоже есть, очень хороший, кстати. Все с английского, сами видали, как переводится. Надо будет, пишите, ссылку сделаю. Она бесплатна. Все с ключами. Ну, в принципе, пока, до свидания.